Елена Витальевна, вы же не знаете, кто отец вашей дочери. Не знаю. И что? Я ребенка хотела для себя. Вам, молодым, этого не понять. Вы теперь child free. Дайте нам, пожалуйста, адрес и телефон, кого знаете, а двух других хотя бы имена. Хорошо. Сейчас напишу. Учтите, они про нее ничего не знают. Аккуратнее там, а то придется мужчин с инфарктом в больницу привозить. Еще могу быть чем-то полезна? Всего доброго. До свидания.